Добрый. Мы оказываем услугу цвета для тебя. И так как вы сегодня виновница торжества, эти цветы для вас. Сейчас. А ты чего? Эти цветы. Спасибо большое, спасибо огромное. И торт. Тот же. Сейчас я вам дам торт. Шампанское для всех гостей. Спасибо большое. И... Мужчины есть в этом доме. И спрашиваем, от кого, если вы сможете угадать, сюрприз. Нет, торт не показываем. Ну, кто? От любимого зятя, от дочки. Кто еще может быть у меня? Самые дорогие, самые любимые мои. Конечно, от самых дорогих и любимых. Это торт. Спасибо огромное. Спасибо большое, ребята. Для вас. И послушайте ей пожелания. Мамочка моя родная, эти нежные строки тебе. Самой милой и самой красивой, самой доброй на этой земле. Пусть печали в твой дом не заходят, пусть болезни идут стороной. Я бы весь мир поместила в ладони и тебе подарила одной. Ну, и этого было бы мало, чтобы воздать за твою доброту. Я всю жизнь, моя милая мама, пред тобою в неоплатном долгу. Желаем тебе мы здоровья, много лет и огромного счастья. И низкий-принизкий поклон до земли. Спасибо большое. С любовью от дочки Ирина, зять Михаил. Внуки Екатерина. Самый маленький Евгений. Женюля, вот мой сладкий тоже. Бокалы я закрыл. Спасибо большое, ребята. Огромное вам спасибо. Мама, мамочка родная, любимая. Мама, мамочка, сердечко ранимое.